Дети читают стихи для лабиринт.ру. Руденко Дарья, 5 лет, город Красноярск. Дора Хайкина, бабушкины годы. Ходит наша бабушка, палочка стуча. Говорю я бабушке, вызови врача. Выпьешь ты лекарство, будешь ты здорова. А если будет горько, ну что ж тут такого? Ты потерпишь чуточку, а уедет врач. Мы с тобой на улице поиграем мяч. Будем бегать, бабушка, прыгать высоко. Ну что ж тут такого? Это так легко. Говорит мне бабушка, что мне доктора? Я не заболела, просто я стара. Просто стала старой, волосы седые. Где-то потеряла я годы молодые. Где-то за далекими, за лесами темными, за горой высокой, за рекой.